Жители Краснодарского края создали петицию, в которой требуют приговорить подозреваемых в убийстве Кирилла Чубка и Татьяны Мостыка к пожизненному лишению свободы без права досрочного освобождения. Краснодарский край и остальные регионы страны потрясены жестоким убийством аниматоров. Кириллу Чубка было 37 лет, у него осталась семья и маленький ребенок. Татьяне Мостыка 19 лет, совсем юная девушка, люди обеспокоены данной ситуацией и требуют высшей меры наказания для этих нелюдей, говорится в петиции. В настоящий момент требования подписали почти 4000 человек. Анатолий Двойников и Арам Татасян, задержанные по подозрению в убийстве, признали вину. По словам Двойникова, изначально у него с подельниками якобы не было злого умысла, напротив, мужчины хотели помочь в починке автомобиля Кириллу. Подошли и предложили помощь, я не хотел никого убивать, ни Кирилл, ни Татьяна ничего не говорили, молчали, когда ехали, рассказал убийца. Второй фигурант Арам Татасян рассказал, что идея об убийстве пришла спонтанно. По его словам, мужчину убили утром 29 апреля. Его дважды ударили в грудь, а позже перерезали горло. 19-летней Татьяне также перерезали ножом горло спустя несколько часов. Анатолий Двойников плакал и просил прощения. Арам Татасян также раскаялся и попросил прощения у родителей убитых. Третий задержанный, Демьян Киваркьян, отрицает причастность к убийствам. В суде он заявил, что узнал о расправе из СМИ.